Ничего не может быть важнее безопасности детей. Об этом хорошо помнят в пожароспасательной части Красногорска и не дают забыть сотрудникам учебно-воспитательных заведений. Очередная практическая тренировка по эвакуации прошла во второй гимназии. Согласно легенде, в 10:28 в помещении столовой началось задымление. Система пожарной сигнализации сработала штатно и передала сигнал на пульт охраны. Вместе с тем включилось оповещение на всей территории учебного заведения. Эвакуация началась. Пожарный расчет реагирует оперативно и отрабатывает действия слаженно, как и положено при возникновении чрезвычайной ситуации. Подобные мероприятия уже стали нормой в работе. Избегая происшествия в реальности, к нему необходимо быть готовым. Основной постулат спасателей. Такие мероприятия полезны для вообще в целом всех, потому что так мы хоть понимаем, кто как должен реагировать в тех или иных обстоятельствах, как персонал школы, учителя, так и мы, какие действия мы проводим, чтобы персонал школы видел, чтобы все знали последовательность действий. Оно может и никогда не случиться, но если что-то вдруг такое произойдет, чтобы были готовы. И судя по показателям, весь персонал гимназии номер 2 готов. Во время учений здание школы эвакуировалось 1230 учеников за 5 минут 53 секунды, что является хорошим результатом. На территории округа сейчас объявлен месячник безопасности. Данное мероприятие проводится для того, чтобы человек при получении сигнала о пожаре на объекте, на котором он трудится, учится, пребывает постоянно, понимал, где находятся аукционные пути, аукционные выходы, как ими воспользоваться, как правильно действовать в случае возникновения ЧС. На всех объектах образования сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы проводят занятия с детьми. Подобные тренировки действительно необходимы и регулярно проводятся на всех социально значимых объектах в обязательном порядке. Пожар проще предупредить, чем потушить. Казалось бы, банальная фраза, но нет. Помнить о мерах противопожарной безопасности важно всегда и везде.